Милостыня развращает и подающего, и берущего, и сверх того не достигает цели, потому что только усиливает нищенство. Счастье не в одних только наслаждениях любви, а в высшей гармонии духа. Взрослые не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. Лучшее еще впереди, просто верь в это. Эгоизм – это единственный грех, подлость, единственный порок, ненависть, единственное преступление. Все остальное легко обращается в добро, но эти упрямо сопротивляются божественному. Иногда подражание – неплохое учебное судно, однако никогда не развиваться над ним адмиральскому вымпелу. Суть человека постигает тот, кто сущность пса сперва в себе убьет. Страшен нам укус того врага, что другом кажется среди людей. Моногамия может быть хороша для тела, но душа, любящая Бога в людях, всегда экстатична и безгранично полигамна, и все же, в этом вся тайна, она любит одно единственное существо. Для женщин счастье не гарантируется, даже когда удовлетворяются все их потребности. Вернуться за черту куда труднее, чем пересечь ее. Везение наступает после тщательной подготовки. Невезение – результат халатности. Говори с людьми в соответствии с их разумом. Ложь подобна тяжкому удару, если рана и заживет, рубец останется. Свобода есть осознанная необходимость. Природа не молчит. Простой цветок из моего сада подсказал мне истину. «Постигни, человек, — сказал он мне, — мое рождение, и мой расти ты уразумеешь тайну жизни». Никто не бывает так склонен к зависти, как люди самоуниженные. Не торопись осуждать, торопись понять. Различие между храбрым и трусом в том, что первый, сознавая опасность, не чувствует страха, а второй чувствует страх, не осознавая опасности. Воображение, на то и воображение, чтобы восполнять действительность. Под сильными страстями часто скрывается только слабая воля. Вера в жизнь посмертную – тяжелый налог на людей, которые не умеют дожить и до смерти, перестают жить прежде, чем успеют умереть. Героизм – это род смерти, а не образ жизни. Давать приказы может каждый. Выполнять приказы может почти каждый. Зачем же людям еще и способности?
общество изобрело три способа держать людей в рабстве: насилие, деньги и свободу. Гипноз – опасное оружие. Так же, как энергию атома, его следует использовать разумно. Я абсолютно убежден, что ни прошлого, ни будущего по почерку узнать нельзя. Харизма – продукт высшей нервной деятельности. Труднейшие в моей жизни часы, и в то же время самые счастливые в моей жизни часы – это часы творчества. У афоризма есть бесспорное преимущество – читатель не отложит его недочитанным. Единственный способ защититься от внешнего мира – это глубоко его познать. От правильного воспитания детей зависит благосостояние народа. Образование создает разницу между людьми. Терпимость по отношению к тем, кто расходится с вами в вопросе религии, созвучна Евангелию и соответствует здравому смыслу, поэтому чудовищно, когда люди нетерпимы. Все существа должны знать, на свете есть хищники. Без такого знания женщина не сможет спокойно разгуливать в собственном лесу, не опасаясь быть растерзанной. Понять хищника значит превратиться в зрелое существо, которое не может стать жертвой собственной наивности, неопытности или глупости. В одном человеческом существе заключено множество других существ, и у каждого из них есть свои собственные ценности, мотивы и уловки. Если вы находитесь в компании, где вы не нужны, выбирайтесь из нее. Неудовлетворенность – тайная дверь, ведущая к важной и животворной перемене. Редко мы говорим правду о себе даже самим себе. Если радость кончается, ищи, в чем ошибся. В минуту, когда к нашему поведению кто-то приглядывается, мы волей-неволей приспосабливаемся к наблюдающим за нами глазам, и уже все, что бы мы ни делали, перестает быть правдой. Иметь зрителей, думать о зрителях, значит жить во лжи. Лирика – территория, на которой любое утверждение становится правдой. Человек, мечтающий покинуть место, где он живет, явно несчастлив. Поэт-лирик не должен ничего доказывать. Единственное доказательство его правоты – достоверность его переживаний. Любовь и работа – это единственные стоящие вещи в жизни. Работа – это своеобразная форма любви. Я одеваюсь для женщин, а раздеваюсь для мужчин. Приятно быть частью фантазий, но еще лучше,
когда тебя любят за то, какой ты есть на самом деле. Каждый является звездой и заслуживает права на сияние. Мужчина не ищет физической красоты у женщины, которая воодушевляет его. Спустя некоторое время он понимает, что она прекрасна. Просто он не сразу это заметил. Будить человека без необходимости не уголовное преступление, но мелкое хулиганство. Женщина готова сделать для мужчины что угодно, но ей противно осознавать, что это улица с односторонним движением.